Здравствуйте. Сегодня я шинковала капусту. И видите, сколько у меня из пальца крови вышло. Такой шинковка как резанула, такая она острая. Вот эта часть, сейчас покажу. Вот эта часть, это просто ужас. Резко нельзя делать. Так она закрывается, когда лежит, чтобы не порезаться. И вот такая у меня история офигенная. Кровь как пошла. Но я спасаюсь салфетками амбреевскими. Такие локовские салфетки. Надо бы. Сразу проходит боль. Вот. И прекращается кровь. Как-то мы в следующем видео покажу эти салфетки. Как-то мы порезали сильно. Нож дали нам китайский, он обломался пополам и вонзился сильно в палец. И мы тогда сумели вот этой локовской салфеткой остановить кровь. В общем, она останавливает кровь, обеззараживает и быстро заживает. Перестает болеть. В общем, замечательные салфетки. Вот моя капуста насоленная. Вот так вот будет стоять. 2 дня я ее квашу. И потом сливаю все и заливаю этим. Заливаю сладкой водичкой. Холодной. Такой кипяченой, холодной. Вот такая вот история фарцевая. Так что очень опасная штучка. Ну, все хорошее. До свидания. All the best. Bye-bye.